Дорога только для бегунов. В Кирове 16 мая перекроют несколько дорог. Там пройдет легкоатлетический забег. Подробности этой и других новостей далее. Эфир продолжит рубрика «Короткой строкой». 16 мая в Кирове изменятся маршруты некоторых автобусов и троллейбусов. Некоторые дороги будут перекрыты для всех видов транспорта. Это связано с проведением легкоатлетического забега «Ласковый май». Дороги перекроют с 8 утра до 14:30. В это время нельзя будет проехать по улице Сурикова от улицы Воровского до улицы Некрасова, по улице Калинина от улицы Сурикова до улицы Пугачева. Подробнее ознакомиться с измененными маршрутами и перекрытыми улицами можно на сайте администрации Кирова. В Кирове в Чистых прудах 16 мая пройдет сбор вторсырья для помощи Максиму Гришину. У мальчика редкая болезнь – спинально-мышечная атрофия. Без лекарств ребенок может погибнуть. Необходим препарат Золгенсма – один из самых дорогих в мире, и родители не могут его себе позволить. Помочь могут кировчане, собрав вторсырье для переработки – бумагу, алюминиевые консервные банки, стекло и плотный полиэтилен. Можно принести по адресу Чистопрудинская, 10. Из-за хорошей погоды кировские дороги в рамках проекта БКД ремонтируют высокими темпами. Если условия сохранятся, то процесс может еще ускориться. В ближайшее время власти обещают завершить ремонт на улицах Базовой, Складской, Технической и Коммунальной. Подрядчики приступили к ремонту на улицах Социалистической и Блюхера. На отремонтированных участках обустроят плавные съезды. Всего в этом году планируется отремонтировать 40 участков дорог. Ночь музеев можно будет посетить по предварительной записи. Любители искусства должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию. В регионе продолжают действовать ограничения. Вход на некоторые мероприятия будет платный. Ночь музеев пройдет в субботу, 15 мая. Подробнее ознакомиться с программой мероприятий можно на сайтах музеев.